Всем привет, дорогие друзья! Всем привет из Канады, из предпраздничной, предновогодней, предрождественской Канады. У нас уже везде елки, все украшено к Крисмасу, и мы, конечно, все очень хотим находиться в этом настроении как можно дольше, потому что это, в общем-то, считается самое хорошее время года, самое праздничное, самое доброе, веселое, в общем, покупка подарков, все замечательно и прекрасно. А вот и сам Санта, который встречается с детьми, это в нашем локальном нашем молле, в нашем городе, установили елку, и стоит такое помещение такое, где сидит Санта-Клаус, к нему приходят с маленькими детьми, и не только с маленькими, некоторые постарше даже. Вот, садятся рядом с ним на лавочку, делают фотографии, в общем, все это бесплатно, кстати. Вот, родители при этом присутствуют, дети счастливы, взрослые счастливы, в общем, все прекрасно. А я отправилась в магазин по своим делам, и в этом магазине очень-очень много предрождественских украшений и декора для дома, елочные игрушки, вот елки искусственные, потрясающей красоты, такие, знаете, ну, настолько хорошо сделанное, что пока не подойдешь близко и не потрогаешь, не поймешь даже, что это искусственная елка. Настолько много украшений и предпраздничных разных финтифлюшек, я бы так сказала, подарков, в общем, уже запакованных, упакованных, елочных игрушек, каких-то скульптурок, вот деревянные, вырезанные, бархатные, стеклянные, в общем, всевозможные шары, фигуры Санта-Клауса. Снегурочки у нас нету. Это Дед Мороз, Снегурочка, у нас немножко по-другому. У нас Санта-Клаус и миссис Клаус, то есть его жена, как бы. Но она, как бы, как правило, не присутствует вот в этом фольклоре. В основном Санта-Клаус, там эльфы его, которые помогают. Вот, например, очень много таких адвент-календарей, которые вот люди покупают, и туда можно класть маленькие подарочки. Еще много вот таких вот фигурок, которые, собственно говоря, Рождество Христово, собственно говоря, они изображают рождение Христа. Тоже очень популярно поставить дома. Ну, в общем, вы видите, всевозможные декорации, все абсолютно, что вашей душе угодно, свечки, какие-то, я даже не знаю, кто вот это, и не, вроде как Санта-Клаус, но такой своеобразный, немножко не совсем наш канадский, а какой-то, наверное, зарубежный Санта-Клаус. Но, в всяком случае, наш такой в красной шубе, а этот какой-то немножко другой. Вы знаете, все это сделано на любой вкус. Вот можно что-то купить блестящее, яркое такое, а можно такое, знаете, деревянное, более такое минималистичное. В общем, все-все-все, всего очень много. Я даже не знаю, если честно говоря, кто это все раскупит, но вы знаете, раскупают. У нас буквально вот после Крисмаса остается совсем немного вещей, которые вот остаются. Они, как правило, выходят на большую распродажу. И люди, которые, что называется, готовятся они летом, а перефразируя эту поговорку, покупают крисмасные декорации после Крисмаса, чтобы они были, когда они выходят на распродажу, чтобы они остались на следующий год. Вот. Их, в общем-то, раскупают. Но я вам хочу сказать, что раскупаются все очень быстро. Вот очень много красивых игрушек новогодних. Вот, например, эти – это игрушки ручной работы. Новогодние елочные игрушки, сделанные из стекла, и каждая сделана индивидуально. То есть это их выдувают из стекла, и это именно вот ручная работа, это не масс-продакшн. И они очень красивые, очень необычные и довольно-таки оригинальные. И стоят они, по-моему, $10 игрушка. Я вам хочу сказать, что такие игрушки, вот эти, кстати, тоже елки, стеклянные елочки, сделанные руками ручной работы. А такие игрушки обычно не вешают на елку, их используют как подарки. Знаете, в Канаде принято дарить очень много подарков на Рождество. Дарят членам семьи, дарят сотрудникам, дарят соседям, дальним, близким, родственникам. В общем, одаривают всех.
и покупает очень много вещей, которые, в принципе, ну, не всегда нужны на самом деле человеку, которому что-то дарится, но тем не менее, вот так вот принято. И, например, очень часто на работе среди сослуживцев принято дарить друг другу подарки, и это называется Secret Santa, то есть секретный Санта. А в чем заключаются эти подарки? Значит, это происходит следующим образом. Люди тянут жребий и таким образом вытягивают тому, кому они будут дарить подарок. И так каждый человек получает кого-то, кому он будет дарить подарок. И договариваются, например, на какую сумму, там, $10 или $20. И дарят, покупают что-то друг другу. Обычно это совершенно какие-то ненужные вещи. Сейчас я отвлекусь на минуту, потом дорасскажу. Вот это тоже шары из стекла, ручной работы. Они очень тяжелые, но необыкновенно красивые. Посмотрите, какие интересные. И висят они на ленточке такой атласной, очень необычные игрушки. Но я вам хочу сказать, что они настолько тяжелые. Я даже не представляю, как можно повесить на елку. По-моему, они обрушат любую елку. Но, может быть, они не предназначены, чтобы их вешать на елку. Может быть, это какая-то просто для декорации. Повесить куда-то на, я не знаю, на какой-то крючок торчащие стены или из потолка, чтобы просто украсить дом. Ну, в общем, я не знаю, честно говоря, вот эти вот тяжелые шары, мне трудно представить, что какая-то ветка елки выдержит такие тяжелые игрушки. Ну, неважно. О, вот это, кстати, тоже такая, знаете, тема здесь. Это такие наборы с рождественскими открытками, с конвертами. Здесь вот принято надписывать. До сих пор люди это делают, надписывают рождественские открытки, кладут в конверт и посылают друг другу или дарят просто, допустим, тоже на работе, там приносят друг другу, дарят эти рождественские открытки. И их, поскольку надо очень много, потому что нужно написать всем родственникам, друзьям, знакомым, то они продаются вот такими целыми большими наборами. Они все одинаковые, значит, в коробке, в каждой коробке лежит там, я не знаю, 100 этих открыток, и вы их покупаете и можете подарить своим соседям, друзьям, знакомым. Это даже не подарок, это просто такой знак внимания на Рождество, послать рождественскую открытку каким-то там кузинам, дядям, тетям и прочим соседям. Это вот такие вот, знаете, рождественские носки. Еще одна очень американо-канадская традиция. Такой носок нужно повесить на камин в доме. Их обычно покупают и вешают там 3-4-5, в зависимости от количества членов семьи. Даже для собаки покупают такой носок, вешают его и, значит, к нему прикладывают, в него кладут еще тоже какие-то подарки. Кроме подарочков под елку, еще кладут вот в эти вот носки разные маленькие мелкие подарки. Вот эти штуковины, которые я сейчас рассматриваю, это такая штука, ее кладут под елку. Вот обычно елка стоит на каком-то приспособлении, в которую елку ставят. Обычно это какая-то железная, не очень красивая штука. И для того, чтобы она выглядела более эстетично, вокруг нее вот обкручивают вот такое вот круглое покрывало. Это вот именно вот такое покрывало специально делается для того, чтобы класть под елку и закрыть вот этим покрывалом вот эту вот металлическую конструкцию, которая, собственно, держит елку. Обычно там какая-то такая крестовина с какой-то емкостью для воды. Ну, так вот, такой вот штуковины ее обматывают. Вот эта штука тоже... Ой, господи, штука и штука. Мой русский, конечно, ужасен. Простите меня. Значит, это часто используется, вот когда собирают гостей на Рождество и ставят стол красивый рождественский, то вот такую вот большую композицию из цветов, елок и каких-то игрушек ставят в центр стола, таким образом украшают рождественский стол. Очень много всяких, видите, венков для украшения дома тоже. Их обычно вешают на фронт-дор, на входную дверь. Вот такие гирлянды, их тоже где-то там располагают, может быть, на лестнице, по перилам так пускают. А вот эти вот венки, их вешают обычно на входную дверь в дом.
Кстати, у нас есть такой венок, но он не очень такой красивый, довольно маленький, старый. И вот я все себе хочу купить новый такой венок. И все жду, что когда будет после Крисмаса распродажа, я куплю его по дешевке. Вот то, о чем я говорила. Готовятся они летом, то есть готовить украшения для Крисмаса после предыдущего Крисмаса. Но, честно говоря, всегда остается что-то такое под конец. Все хорошее разбирают. Даже сейчас я вижу, что уже довольно мало осталось. И всегда остается что-то некрасивое, неинтересное. И, в общем, каждый год я смотрю, каждый год я не могу ничего купить, потому что как-то ничего хорошего не остается. Видимо, надо покупать за полную цену. Что я начала рассказывать? А, да, вот про Secret Santa, что на работе люди покупают друг другу подарки. Ну, как правило, покупают всякую ненужную ерунду, потому что, знаете, сослуживцы не очень хорошо знакомы друг с другом, не очень хорошо знают, что кому нужно, и, ну, тем не менее, принято дарить подарки. Обычно это что-то очень нейтральное, какой-нибудь шарф или вот такую вот елочную игрушку. Я начала рассказывать в отделе елочных игрушек, что вот такие стеклянные, необычные елочные игрушки в коробке обычно дарят вот на вот эти вот, как, так называемые, на Secret Santa, когда вы дарите кому-то, с кем вы не очень знакомы, и вы не знаете, что человеку подарить. Поэтому, как правило, это, в общем, такие какие-то бесполезные, дурные вещи. Но вы знаете, это достаточно сложно, потому что вы когда получаете, вытягиваете, так сказать, фамилию или имя человека, которому вы должны дарить подарок, то первым делом, ну, вы начинаете думать, что вообще, что вы можете подарить малознакомому, так сказать, сотруднику. Ну вот, поэтому вот такие вот подарки. Например, вот какие-нибудь вот такую вот посуду рождественскую тоже принято дарить, но это все зависит от того, на какую сумму вы договариваетесь делать подарки. Опять же, есть люди, которые это покупают для своего дома. То есть вот есть такие, особенно дамы, которые очень увлечены вот этой вот крисмасной темой. И перед наступлением Крисмаса они весь свой декор в доме меняют на крисмасный декор. Стелят рождественскую скатерть, меняют посуду всю на кухне. На столе стоит только рождественская посуда. Полотенца для кухни только рождественские. Подушки для диванные тоже только рождественские. Вот, например, вот такая вот штуковина, это такой бегунок для обеденного стола. Вот видите, вот в данном случае такой олень с ногами. Вот здесь вот есть картинка, видите, вот он лежит на столе и свисает как бы часть вот эта, там где олень с ножками. Ну, в общем, это такая, знаете, немножко кич, конечно, но здесь так принято. Это не 100%, это не все делают, но вот очень многие настолько тема Рождества, я бы сказала, культивируется здесь в Канаде, и настолько все в большом-большом восторге от этого праздника, и все с такой радостью его празднуют, ждут, готовятся, что в доме вот перестелить все подушки, все покрывала, все скатерти и все, так сказать, поменять и сделать полностью дом, декорировать под Рождество, как бы это, в принципе, принято, и очень многие люди это делают. Вот, кстати, пледы тоже. Кстати, хороший подарок, опять же, вот, когда вы не знаете, что подарить, то пледы — это такая тоже очень нейтральная вещь, они есть разные. Вот эти сделаны в Португалии, я видела, у нас продавали сделанные в Италии, чистый кашемир, они были очень дорогие, эти, по-моему, стоили $35. И вот, кстати, я нашла подушки рождественские, потому что я все думала, не может быть, что нет у нас их в магазине. Вот именно подушки на диван вот таким вот образом выставляют их. И вот если у вас в течение всего года какие-то подушки лежат на диване, там, не знаю, другие, обычные, то к Рождеству принято, опять же, не обязательно, но принято все, значит, подушки сделать рождественские, поставить на диван. Я этого не делаю.
Я этой ерундой не занимаюсь, если честно, потому что, ну, реально, невозможно ко всем праздникам, причем, если рождественские, к Рождеству это рождественская тема, к Истеру, к Пасхе, это будет там все с зайцами, а с наступлением осени, с Thanksgiving, День Благодарения, будет все в каких-то там теме урожая, опавших листьев и турок, индюшек. Вот, во-первых, это накладно все довольно, во-вторых, эти все вещи надо где-то хранить, нужно место для этого, потому что все время нужно совершать ротацию этих подушек в доме, и вы представляете, что их же все где-то надо хранить. Хочу сказать еще раз, вот показать вам, смотрите, какие елки искусственные, ну вообще, она совершенно как настоящая, даже трудно представить, пока вот действительно не подойдешь, не потрогаешь, и не поймешь, что ты... А искусственная елка, издали даже не поймешь. Прекрасно, прекрасно они делают. Розовая елочка тоже своеобразная, конечно, но очень-очень симпатичная. Ее, кстати, можно поставить в комнату девочки. А вы знаете, что в Канаде ставят зачастую не одну рождественскую елку в доме, а 2, 3, 4. То есть в больших домах люди, которые очень увлечены крисмасной темой, они могут поставить, например, 3-4 елки. Вот, например, девочка в своей комнате может поставить розовую елку. Одна большая, такая высокая, красивая елка будет стоять в гостиной. Одна будет стоять где-то у входа. Еще одна будет стоять там в пролете лестницы. Ну, в общем, я реально знаю людей, которые ставят в доме 4 елки, например, рождественские. Ну, то есть вот так, да. И причем выставляют их где-то там... Ну вот сейчас уже у них стоят где-то в конце ноября, в середине ноября, числа 15-го, буквально ноября, они уже украшают елки, украшают все дом лампочками, и, в общем, как бы все уже в Дедах Морозах, вернее, в Санта-Клаусах. Вот, вот такая вот тема. Ну и видите, вот елок много продают искусственных. Елки достаточно красивые. Я даже задумалась, может, стоит купить такую елку. Они не дешевые. Они стоят там по 450, по 300, по 400 долларов. Но вы такую елку покупаете, и вот она у вас стоит всю жизнь, потому что тема натуральных елок, настоящих, искусственных, очень сильно муссируется, что стоит, не стоит, покупать, не покупать, насколько это этично, неэтично ставить елку натуральную. Ну, я хочу сказать, что здесь леса не вырубают для того, чтобы поставить елку на Крисмас. Здесь на самом деле специальные фермы есть, которые выращивают эти елки рождественские, которые уже потом поставляются, так сказать, для Рождества. Вот, я думаю, что на сегодня все. Я вам много чего рассказала. Вот на фоне вот этой красивой розовой елочки я с вами попрощаюсь. И до следующего видео. С вами была ваша Дита из Канады, из предрождественской, предновогодней Канады. Люблю, целую. Пока-пока, бай.